Краш, слоты, ставки на спорт. 100 рублей за репост и 50% депозит. Все это на GetX. Будут татуировку набивать, могут тебе тоже набить. Тебе же есть 18? Ну, почти. Почти. Татуировку? Да может, так они приезжают. Не приезжают. Если почти, то... Тебе 21 же. 300 у меня. 400 тебе? Да, Big Boy 300. 300? Фрихана? Да. А вы татуировки будете бить? Парный, да, с Женьком. Одинаковый будем хуярить. А мне можно? Ну, может. Ну, тебе сколько лет сейчас? 16. Тогда нельзя. Серьезно? А маме на соглашение можно же? Да хуй его знает, я не знаю, как это юридически работает. Если, ну, если юридически можно, то можно, если нет, то нет. Да, можно. 21 ему, блядь, все говорят 21 тебе, ты пиздишь. Понятно. Это очко пишут, типа, вот на 21. Понял. Понял, блин. Вот так вот. А чё, в доту не хотите сыграть? Ну... Да чё ты хуй знает, родной! Родной, чё случилось? Да не знаю, всё, это микрофон поближе чуть подвинул. Сори. Да. Ну, как-нибудь можно сыграть? Я бы сыграл с тобой, показал тебе пару приёмчиков. Я топ-1 висп в доту бафе. Топ-1? Что? Не, прям топ-1? Да. Сайк, вот смотри, мне сейчас, короче, в чате всегда пишут, что я лоу-скейл руинер. Это правда? Да. Ну, блять, ну не, ну как чел ты хороший в любом случае, но если навыки игры оценивать, то как бы слабенько. Повтори. Говорю, ты, блять, реально лучший, спасибо тебе, вообще, сука. А ты что скажешь? Ну что? Алло. Алло. Да я тут просто убил пацана. Убил одного. Ты стрим не смотрел, да? Не, не надо. Нет, не смотрел. Я не просто... надо. Вообще ни один стрим смотреть больше. Ну сейчас не смотри, просто не надо. Ладно. Ну просто тут произошел момент. Мне Марго Акамоли пишет. Ах ты, кобелюга ебаная. Пенсил бы тебе подровнять. Подровняй, Маркуш. Да, бля, я только за, брат, приезжаем. У нас с тобой давно есть планы, которые мы не реализовали. Так сказать. Опс, 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 опс. Поэтому... Ладно, Ростик, попиздуем мы. Отсюда что-то хочу сказать. Пока. Да, я стримлю. Реально? Реально? Так сказать, мне надо срать захотелось. А ты в Турцию едешь? Не едешь? Ну и давай, едь. Ладно, поеду. Да ладно, Сайк, люблю тебя. Да, блядь, я тоже. Ебать, ты охуенно чел, блядь, без приколов тебе говорю. Пиздец, ты такой сгусток позитива. Да, ну, сгусток не в плане то, что ты каловая жижа, типа сперма, а в плане именно то, что такая, знаешь, одна вот энергия прям ходячая, добрая. То есть реально классная, пиздец. К тебе только уважение и почет. Ты охуел? Прикалываешься? Ты охуел такую хуйню говорить? Как я прикалываюсь? Ой, просто какие ослы со мной играют все время, реально. Ладно, Ростик, хорошая игра тебе, мой любимый. Сайк, люблю тебя, всем привет. Давай, в чате, братик. Если ты стримишь. Да. Все, пока, Сайк. Давай, братик, обнял. Хороших игр. Да. Ой, что ты в джинсовке? Да хуй его знает. Просто я в ней пришел, я сразу стрим запустил. Я же на стрим опаздывал, блядь. Я ключи проебал нахуй от квартиры. Пиздец. Короче, завтра, я не знаю, завтра тоже часика 8, наверное, активизирую потоковое вещание. У меня есть там в планах там с парочку девочками договориться.